Телекомпания «ВИД» – крупнейший производитель телевизионных программ в России. Марка «ВИДа» – это всегда самый высокий рейтинг у зрителей. Это миллионная аудитория на огромной территории от Балтики до Тихого океана. Это полтора десятка программ каждую неделю в лучшее время. Для детей, взрослых, женщин и мужчин. Самые популярные и любимые игры, музыка и ток-шоу, телевизионные журналы и документальные фильмы, свежая информация и концерты. На протяжении многих лет программы телекомпании «ВИД» устойчиво занимают высшие места в таблицах популярности. Каждая наша программа с первой до последней секунды существует для зрителей. С самого начала мы строим политику нашей компании, и каждый новый телевизионный проект в расчете на определенную целевую аудиторию. Мы знаем путь к сердцам зрителей. Это путь к успеху. «Звездный час» – самая популярная детская игра на Первом канале телевидения. Увлекательная викторина для детей и их родителей. Дети с азартом отвечают на взрослые вопросы, а папы и мамы радуются подаркам и призам, как дети. «Утренняя звезда». Конкурс самых маленьких исполнителей. Все как у взрослых. Сцена, свет, костюмы, концертные номера и, конечно, призы и подарки. А в зале и у телеэкранов бабушки и дедушки, мамы и папы, все, кто любит детей и желает им добра и успеха в жизни. «Музабосс» – еженедельный телевизионный журнал о всех стилях и направлениях самой модной музыки. Законодатель мод и вкусов современной молодежи. Самая подробная информация о жизни звезд, о гастролях и концертах. Рулевой обоза – Иван Демидов. «Акулы-пера. Музыка и пресса в московской студии. Острые вопросы грандам российского шоу-бизнеса. В студии собираются все те, кто формирует вкусы молодежи в музыке, одежде, проведении досуга. Подробные сведения с первых рук и информация из завтрашних газет». «Постмузыкальные новости. Ежедневные новости из мира музыки и развлечений. Тот, кто интересуется новыми записями любимых артистов, кто хочет жить в ногу со временем, ежедневно смотрит постмузыкальные новости». «Я сама». Первая на российских каналах программа, предназначенная исключительно для женщин. Откровенный разговор о женских проблемах, серьезных и мелких, веселых и грустных. Женщины доверяют этой программе самые сокровенные истории, словно лучшие подруги. И, судя по всему, мужчины весьма интересуются женскими разговорами. «Гонки на выживание». Популярнейшие автомобильные гонки в Москве. Риск и жесткие соревнования для любимых артистов, журналистов и телевизионных ведущих. В экстремальных ситуациях кумиры публики проявляют свои самые неожиданные качества, а их автомобили несут на своих бортах самые неожиданные названия и рисунки. «Большие гонки» – телевизионный журнал об автомобилях и их владельцах.
о надежных спутниках в дороге и в жизни, любопытные истории из жизни автомобилей и их именитых хозяев. Передача для тех, кто любит современный дизайн и скорость, путешествия и комфорт. «Взгляд» – старейшая программа нашей телекомпании, ставшая символом нового советского телевидения еще в 87 году. Острые журналистские расследования и задушевные беседы в студии. Целое поколение людей выросло вместе с ведущим нынешней программы «Взгляд» Александром Любимовым. Серебряный шар. Интриги и малоизвестные подробности о деятелях театра и кино в России и за рубежом. Кумир московской элиты, театральный критик и переводчик Виталий Вульф способен заворожить любого, изысканных интеллектуалов и просто любопытную публику. Час пик. Напряженные минуты для гостя в студии. Его мнением интересуются все. Он в центре внимания. Это час пик для артистов и президентов, мыслителей и исследователей. Час пик для зрителей, которые могут участвовать в диалоге по телефону в прямом эфире. Телескоп. Увлекательный путеводитель по телевидению и телевизионным программам. Добрый старый друг всех без исключения телезрителей. Интересно и ярко, даже о самых скучных передачах. Мы знаем о телевидении все. Один на один. Парад «Алле». В свете прожекторов и под гром аплодисментов зрителей на арену выходят соперники. В жанре буфонады доступно и интересно ведется разговор о самых серьезных и запутанных вопросах действительности. Тема. Популярнейшее ток-шоу на заданную тему. Любая тема может стать предметом заинтересованного и глубокого разговора между героями передачи и аудиторией в студии. Тема, которая волнует всех. Угадай мелодию. Самая музыкальная из всех игровых и самая игровая из всех музыкальных. Программа для веселых и безумно азартных людей. Для тех, кто любит музыку и музыкальные призы. Для тех, кто любит яркое и незабываемое зрелище. Программа не опускается ниже второго места в рейтинге популярности у зрителей и пользуется неизменно высоким спросом у рекламодателей. Эль-клуб. Шоу и игра для потребителей, для тех, кто знает, что почем. В центре всеобщего внимания – товары. Каждый товар имеет свою историю и побеждает тот, кто лучше всех знает ее. Награда победителю – призы и подарки. Для всех – музыка и артисты в студии.
«Поле чудес» – самая любимая телевизионная игра для зрителей в России. Программа, начиная с 92 года, устойчиво занимает первое место в таблице рейтингов. «Поле чудес» давно стало неотъемлемой частью российской жизни в 90-х годах. Каждую пятницу играют все от мала до велика. Выигрывают и те, кто находится в студии, и те, кто сидит у экранов телевизоров. Визитной карточкой программы стал знаменитый клич самого любимого телевизионного ведущего Леонида Якубовича. «Призы в студию!»